Здравствуйте, дорогие друзья! По традиции у нас очередная распаковочка с уже вскрытой коробкой, но тут нежданчик, тут даже заглянуть краем глаза нельзя. Поэтому давайте вместе с вами открывать и смотреть, чего ж тут такого к нам приехало интересного. Оно тут очень классно все проклеено, поэтому сейчас мы это все посрезаем, вот эти вот швы, и я вернусь к распаковке. Итак, скотч мы отклеили. Весьма интересный способ, кстати, запаковки. Надо взять себе на вооружение. Так, ну, человек явно курит. Прекрасно. Наш человек. Далее. У нас тут еще одна коробочка. Вот только непонятно. Ага. О, ого, 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 ого. Так, а мы это все дело вверх ногами держим. И, в принципе, я уже спалила, кто к нам приехал. Это у нас рхохотина маргината вариации овум, окрасный сильвер. Дата вылупа сентябрь 23 года. И я так поняла, что кальций в подарочек идет. Вот почему такой тяжелый был пакет. Коробочка действительно килограмма так полтора под два весит. Ну что ж, давайте вытаскивать все дело и уже смотреть поближе. Ага. А у нас тут даже две бутылочки. Так, кальция не очень много, но это все равно очень приятный нежданчик и сюрпризик. Понятное дело, что отправится он к ним. Но он слегка вот сыпется. Поэтому сейчас я его переложу в кулек. Итак, кальций убран и спрятан. Главное не забыть о нем вечером. Так, ну и теперь достаем наши бутылочки. Боже, как они туго сидят. Раз бутылка и два бутылка. Честно говоря, я не очень верила, что запакуют в бутылки. Но, как вы видите, это самый такой безопасный вариант транспортировки. И вот наш овуменок. Сейчас попробуем его достать и посмотреть на его состояние. И вот здесь где-то, да, тут даже не видно, должен быть второй. Опять же, делаю это все за кадром, поскольку третьей руки, увы, нету. Итак, обе бутылки вскрыты. Мха здесь просто огроменное количество. И вот наши овумята. То есть им еще нету годика. Ну и теоретически, да, они еще немножко растут, потому что он благополучненько поломали при ростике. Вот такие вот красивяшки, светлые сильвера. Апекс песочный. Колумела. Такая оранжевенькая. То есть это у нас чистый овум. Это раз. И это два. То же самое. Колумела песочная. И, точнее, апекс песочный. Колумела рыжеватая. Оба живые, оба здоровые. Этот просто псишит немножко. Ну, такие вот у нас два товарища. Слегка разноватые по форме, по маркировке ракушки, но это даже хорошо. Ай-яй-яй. Ну, в общем, пока я отвлекалась на дела рабочие, эти две наглые моськи повылазили. Один, он благополучно, надеюсь, записалась в кадре, спрятался. Второй, более наглый, его до сих пор вылазит. Честно говоря, на фото они выглядели гораздо светлее. Здесь они как более серебристые, но действительно сильвера. Такие темные сильвера. Классный окрас, шикарные улитосы. Я надеюсь, они у меня еще немножко подрастут. В сравнении с рукой они не особо крупные. Но при всем при этом они достаточно тяжелые и массивные. Это и есть гуд. Надеюсь, в следующем сезоне
Они у меня пойдут в работу. Ну и вот, собственно, эта наглая мордаха, которая начала постепенно вылазить и отходить. Ну, такие красавцы. Надеюсь, в следующем сезоне пойдут в работу. У меня для них подготовлен отдельный проект. Какой пока что не хотелось бы оглашать, потому что, ну, я знаю, на таких этапах, на начальных стадиях, при таких проектах всегда летят тапки. Но я надеюсь, у нас все получится. И через пару годков мы покажем результат нашего старания. Ну и в первую очередь ихнего старания. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Пишите комментарии. Напишите, какой у вас самый любимый вид улиток. Почему? А главное, какой окрас у этих улиток, поскольку их достаточно большое разнообразие. Даже тот же оттенок внутри одного вида и внутри одного окраса может весьма и весьма отличаться. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!